Всем привет, любители ароматного табака. Сегодня снимаем очередной анонс мнений. Вот расскажу немного о своих презентах из Вьетнама. Если родители ездили в Вьетнам, что еще привезти такому пропащему человеку, как я? Конечно же, сигары. Так, презент номер один. Сигары Villager. Значит, их делают их в Швейцарии. Честно говоря, до этого не пробовал, не курил. Вот, занятно будет попробовать. Вот, ну, конечно, честно говоря, ничего там сверхъестественного я от них не жду, но, тем не менее, почему нет? Так интересно, сигары упакованы в такую тубу импровизированную из пластика плотного, который вроде бы якобы позволяет сохранить влажность, но не первую сигару я такой кручу. Как правило, в такие вещи заворачивают сигары и сигарилы машинные крутки, поэтому, скорее всего, здесь, наверное, тоже машина. Вот, ну попробуем, посмотрим, что там. Ну и второе, соответственно, сигары Титан. Вот, производят их в Америке. Сигара тоже машинные крутки. Вот. Здесь даже не покровный лист установлен, табачный лист. То есть это, по сути, бумага из табака измельченного. Вот. Под технологией, в общем-то, похожие на производство бумагу делают, соответственно, снова берут на целлюлозу, а табак, и вот получается такая табачная бумага. Ну, тоже посмотрим, покурим, все. В общем-то, расскажу. Интересная, конечно, география табачных изделий. То есть эти сигары сделаны в Америке, эти сигары сделаны в Швейцарии, и, соответственно, куплены и привезены они из Вьетнама. Вот такая вот у нас удивительная география и логистика передвижения табачной продукции. Ну, в общем, спасибо за внимание, до новых встреч.